Можно убрать человека из армии, но армию из человека никогда. Здравствуйте. Не знаешь, убью. Прибью. Здравствуйте. Вам тоже здравствуйте. Здрасте. О, здрасте. Не знаешь, тоже прибью. Всего доброго. Так, что тут происходит? Что там, видосики смотрим? Что покупаем? Тачки покупаем. Угу. Понятно. Ниву покупаешь, да? Бывший инструктор купил себе самолет и теперь на нем летает, да? Офигеть. Я у него на магистральном был. Что-то на это? Ну, это он на аэродроме стоит. Да, права, знаешь, что-то? Он говорит, 700 тысяч. 700 тысяч на права тучат на самолете? Трамвай. Плохой трамвай. Очень плохой трамвай. Почему? Почему? Ну, короче, у меня главная дорога. У трамвая тоже главная дорога. Но главная дорога идет прямо. Трамвай поворачивает налево. Вот вы движетесь по прямой, как бы у вас главная дорога. Угу. Уступите дорогу трамваю или проедете перекресток первым. У него была главная, но он поворачивал налево. А я как бы ехал прямо по главной. Поэтому поставил... И ты такой думаешь, дай-ка я прямо поеду, да? Первый поеду. Ну да. Ну, главное по прямой? Да. Ну, и ты поехал прямо. Нафиг трамвай, да? Без разницы. Ладно, несы, потом сдашь. Захар, идем. За студенческую, ребята. Молодец, да. Стою, паспорт забываю. Это да. Очкуем. Ну, сейчас уже полегче намного. Ну и что по итогу? Я расстроенный. Я очень расстроенный. Гоша не сдал теорию. Завалился на теории. Что делает Захар? Выезжает, тачку не пропускает, и, соответственно, у него не сдача. И куда вы торопитесь? Внимательность. На дороге всегда внимательность. Дорога прямая, жмите газ. Выезжайте, будьте аккуратными, не торопитесь, не спешите. Нет, вот эта суета... Все. Но если вы думаете, влог завершен, нет. Я сейчас еду. Вы сейчас узнаете, что я еще буду делать. Вот эту металлическую можно выламывать, если ее снимаете. Я туда новую куплю, а то она это полопалась. А это губа, ее выкидываю на саморезах. Я все равно новую поставлю. Ну, вот так качественно мне сделал предыдущий мастер. Видишь, она отваливается. С пластиком аккуратнее. Пластик, он хороший, у меня все. Ага. О, жестко. Забирай это говно себе, да? Спасибо большое. Так, это что получается? Теперь вот так буду ездить, да? Ну ладно. Хомутами вот это все притянул, номер туда повешу. Ай, блин, еще задний бампер. Можно небольшую экскурсию в нормальную сушку? Знаете, чем отличается нормальная малярка от ненормальной малярки? В нормальной малярке маляр ездит на Мерседес 500. Вот я понимаю, человек зарабатывает деньги, вкладывает в себя, вкладывает в свою жизнь. Просто, ну, замечательно. Мое путешествие продолжается. Сейчас еду искать трос ручника и задние тормозные колодки, именно барабаны. И будем менять ручник. Пока время у меня есть, подготовлю тачку к идеальному состоянию. Просто огонь! Да. Ну хоть малярку нашел нормальную, а не то, что где раньше бывал. Фу. Лансер залетел на подъемник. Теперь, чтобы поменять троса ручника, нужно снять заднее кресло, откинуть коврик и снять вот эту консоль. Но поскольку мастер ленивый немножко,
Придется самому это делать. Вот именно вот этот ленивый мастер и не хочет разбирать салон, поэтому придется самому делать мне. А потом, мне кажется, дойдет до того, что сам откручиваю колесо, сам меняю ручник свой, свои колодки. Да, лентяй? Ну, кто бы сомневался. Кресло скинул, и я понял, что у меня нету виброизоляции вот в этой части. Ну, здесь как бы бак, но с другой стороны, короче, скоро буду шумить эту часть. Теперь надо скинуть центральную консоль. Скидывается она очень легко, блядь. Ой! Вот этими двумя болтиками. И все. Ёб твою мать. Личинки каких-то тараканов. Ну, сначала я подумал, потом взял одну штучку. Блядь. И попробовал. А это семечки оказались. С кабу этой. Глазурью. Сука, даже у японцев все через жопу. Вместо того, чтобы снять вот этот маленький кусочек, чтобы сделать его частями, не сделали вот этот туннель, блядь, единым целым, блядь, чтобы его разобрать, ну это пиздец, блядь. Миллион болтов, блядь, миллиард болтов. Бля, ты прям повелитель этих дверь, да. Ворот. Короче, я понял одну фишку. Если делать нечего, можно просто доебаться до любого мастера. Блин, куда ты идешь? Так, что делаем? Дима, все нормально, отдыхай на своих Мальдивах, блядь. У нас тут все это под присмотром, блядь. Все хорошо, все контролировано. Понимаешь, он в одно рыло сожрал полтора торта. Или торта. Пишите в комментарии, как правильно, торта или торта. Торты. Да пошел ты. А, в принципе, нет, подожди. Торты. Можно и так. Съел два торты. Съел все торты. Съел торты. Торты. Ты знаешь, сейчас будет это два лагеря, торты или торта? Тартар. Тартар. Хочу соус тартара. Слушай, тут это немножко плохо, это подвески. Кажется. Здесь надо прикрутить. Отвечаю. Кого? Вот этот. А, выздоравливай, малыш. Ага, я понял. Ну ладно, аминь. И что в итоге? Я снял эту хрень. Ну как снял? Мне лень вытаскивать ее, я вот так вот закинул. До ручника, короче говоря, есть долезть. Оказывается, у меня столько всякого хлама здесь. Столько я всякой хрени вожу с собой. Это пипец, товарищ. В субботу переделываем линзы. Они светят немножко ниже, чем нам должны. Поэтому немножко их поднимем. Потом уже можно регулировка. Ибо сейчас регулировка идет на всю максимум вверх, но она не поднимает. Потому что посадка линзы немножко мелкая. Максим, вот так всегда, когда я снимаю видео, да, вот надо тебе работать, да, вот потише можно, вот немножко, вот, самый... там люди спят. Да, там люди спят, как бы, да, а вы тут это шумите, шары эти каменные катаете. Ну, а теперь вот эту надо поставить туда. Снять колесо, там открутить, прикрутить, но это уже совершенно другая история, в которой я участие принимать не буду. Меня мастер немножко уже ненавидит. Пойду кофе попью. Говорю, что у меня типа колодки хорошие, а ты гандон. Нет, ну то, что ты гандон, это мы озвучивать не будем. А теперь просто смотри на старую колодку и на новую. До свидания, блядь. Как оказалось, взял не те колодки. Эти умерли, те живые. Пока тачку на прогрев. Кстати, Nissan. Угадайте, что за марка? Я вам хочу сказать, что таких автомобилей выпущено всего было 200 штук. 123. Это 123 автомобиль, точнее, из 200. Эх, вылазить! Цвет хамелеон, цвет родной. 200 сил. Родной обвес. Это завод. Ты можешь помолчать? Здесь тоже пушка-гонка стоит. Но и этот тоже пушка-гонка. А почему мелкие всегда так кричат? Если хотите обзор на эту тачку,
обзора я не снимаю, могу вкратце рассказать об этой машине, вместе с владельцем пообщаться. Если вам это интересно, пишите комментарии, если реально комментариев будет очень много, я сниму все нюансы этой машины, расскажем о ней. Это, конечно, не мой формат, но почему бы не двигаться в других направлениях? Почему моргает аэрбэк? Момо! Да ебучее стекло, блядь, остановись на одном месте! Да ёпт! Газпол! Ой, да простит меня Макс! А можно немножко побыстрее? Я немножко опаздываю. Чё, как успех? Ручник. Я пошел, короче, отсюда. До свидания. Подытожим. Ручник мне собрали. Линзы будут делать в субботу. Бампера покрасят мне, наверное, в среду или в четверг. Занятия буду продолжать. Теорию опять завалили. Экзамен не сдали. По той причине, потому что не учили и не захотели быть внимательным на дороге. Поэтому, ребят, когда вы сдаете экзамены, будьте внимательны. Это ваша жизнь. Уступайте дорогу, прежде чем начать движение. Учите теорию. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пока.